Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим костюм «Следопыт» от отечественного производителя. Состоит он из куртки и штанов. Материал костюма – это брезент, точно такой же, как используется в костюмах «Горка», только он немножко тоньше, чем в остальных костюмах, но это никоим образом не влияет на его прочностные характеристики. То есть он остался таким же прочным и износостойким, просто немножко легче. Он оснащен капюшоном, который утягивается при помощи шнурка с бегунками. При желании его можно отстегнуть, он здесь прикреплен на молнию. Мы ее отстегиваем и можно убрать наш капюшон. Сама куртка застегивается тоже при помощи молнии. На груди мы видим большие карманы. Здесь вкладные боковые карманы. С другой стороны карман на молнии. И на самой верхней части с левой стороны мы видим два небольших кармашка на велкро. С другой один более объемный. Ниже находятся карманы на молнии. В них можно положить, к примеру, патроны, если вы решили одеть этот костюм на охоту. И еще на каждом этом кармане нашито два дополнительных отделения. Низ куртки утягивается при помощи резинки. Она будет хорошо прилегать к телу. Манжеты застегиваются при помощи пуговиц. Здесь их две. Во внутренней части никаких дополнительных карманов нету. Теперь к штанам. Застегиваются они на пуговицу и молнию. Пояс встроенной резинки для более удобной фиксации. Шлевки под ремень приблизительно в 3-4 сантиметра. Два кармана спереди на молнии. Два вкладных кармана по бокам, очень глубокие. Сзади, с правой стороны, находится карман клапаном. Вниз штанов встроен пыльник, для того, чтобы можно было их использовать с ботинками с высоким берцем. И непосредственно в штанину встроена эластичная резинка. Теперь вы можете поподробнее рассмотреть костюм, его карманы на груди, которые, в принципе, могут замещать собой некую разгрузочную систему. Карманы на штанах, то есть они здесь обычные, усилений на коленях, правда, нету. Ниже пыльник, который будет предотвращать попадание грязи в ботинки. Еще небольшое дополнение в том, что локти сделаны таким образом, что при сгибании ткань не будет здесь натягиваться. И очень достаточно удобно себя руки будут чувствовать. Капюшон. Все размеры соответствуют отечественным размерам. Поэтому смотрите размерные сетки, выбирай себе размер. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.